Всем доброго времени суток. Вы на канале Dark Rider. Сегодня у нас в гараже такая необычная бричка. Это, кстати, восход двойка. У нас есть вся коллекция восходов. Первый восход, второй восход, третий восход, только без буквы М. В общем, короче, все барахло мы отогнали в другой гараж. Вот, дабы тут не мешало. И сегодня мы, конечно, прикатили этого дракона и немного ним займемся. Кстати, он в хорошем состоянии, все у нас родное, все стоит, все четенько, ножички, даже ржавчины нема. В чем прикол? Мы его купили, короче, летом, сидели просто листали сайт, а потом хопа, появился этот драндулет, короче. И смотрим, получается, состояние четкое, аж не поверили своим глазам, и цена, в принципе, приемлемая. Набираем, трубку никто не берет. Потом проходит время, человек уходит на связь, мы перезваниваем, там какие-то малолетки. Я говорю, вы продаете восход? Да, мы. А до этого я этот мотоцикл видел в городе, он, кстати, мотался на нем какой-то чувак, и он на нем ездил, все было четенько, а потом думаю, почему он оказался у малолеток. Они говорят, мы там у чувачка купили, он нам его сбагрил, что-то покатались 2 дня, и что-то там произошло с ним, короче, не запускается, сказал, поменял поршневую, новую гильзу поставил, новый поршень, но все равно какие-то приколы были. Но мы, недолго думая, решили этого аппарата себе забрать в коллекцию. В тот же день вечером поехали, его забрали, я его осмотрел, все, в принципе, четенько, все родное, даже родные болтики. Вот такой вот аппарат, короче, 2М, кстати, я думал, это двойка, тут написано 2М, кстати, подскажите в комментариях, вот я не знаю, занимаюсь мотоциклами, не знаю, по восходам я не сталкивался, это 2М или это двойка, поэтому пишите в комменты. В общем, ну, мы его забрали, короче, все четко, думаем, ладно, подергаем ножкой, она вообще, ну, не проворачивается. Походу, они словили клин. Ну, думаем, ладно, в чем прикол? Типа, надо лезть в поршневую. Еще отдали ящик запчастей. Короче, гора запчастей. Это найс, короче, это все четко. В общем, решили мы заняться поршневой, дабы его запустить. Хотели услышать его звук, проверить коробку, проверить сцепление, как он в ходу. Ну, в общем, хотели на нем покататься. Но по причине того, что у нас просто не было времени, мы его поставили в долгий ящик. Затем проточили поршневую, поставили поршень с Юпитера. Как вы знаете, на восходах проблема в поршнях, короче, вот эти замочки в кольцах. Они сильно большие и постоянно выпадают, и, короче, славливает клин. Поэтому мы решили поставить поршень не с восхода, а с Юпитера. Стоял тут цилиндр китайский, я его снял, смотрю, ребра, все чистенько. Недавно поставили, но думал, они нам сбрехали. В принципе, что поменяли новую поршневую, но не тут-то было. Все стояло, все новенькое. Скрываю головку, думаю, ну там ласты, конечно, по-любому перегрели, либо масло не долили. Снимаю головку, смотрю, поршень блестит, как новый. Думаю, в чем прикол, почему он заклинил? Начал вздергивать цилиндр, вообще, ну, ни в какую. Но все-таки нам удалось его снять. Смотрю, кольца на месте, цилиндр вообще без царапин, все типа четко. Думаю, а в чем же ж прикол? Снимаю кольца, смотрю, тепловые зазоры. Кольца, короче, ну, там нету никакого зазора. Замок ходит, вот кольцо, вот так оно ложится, грубо говоря, не в стык с зазором, а наверх, короче. Кольцо вот так вот ложится, я просто в шоке был, ну, купили кольца, походу дали там второго ремонта, соответственно, прежде чем устанавливать цилиндр на свое место, нужно подгонять тепловой зазор. Но это никто не сделал, и поэтому они как-то поставили, умудрились даже поставить цилиндр, забили его молотком, короче, и все, в принципе, на этом закончилось. И выставили мотик на продажу, типа, новая поршневая, там все типа четенько, садись и едь. Вот, ну, мы проточили поршневую, поставили ее сюда. Вот, кстати, это уже стоит советский цилиндр. Поршень Юпитер стоит. Карбюратор, вот это говно редчайшее. Сегодня мы, кстати, займемся, поменяем карбюратор, поставим стройки, он у нас уже настроенный. Этот выкинем в мусорку. И также под головку мы еще добавим еще одно кольцо уплотнительное. До этого мы поставили одно. И как бы с подголовки сечет, при заводке сечет компрессия. Из-за этого теряется компрессия, он не запускается.
Поэтому мы поставим еще второе кольцо, как сделали на тройку. И, в принципе, поменяем карбы. Искра здесь есть. По проводке все четко. И будем пытаться его воспламенять. Поэтому пожелайте нам удачи. Поддержите лайкосиком. А мы погнали дальше работать. Как же без герметоза? Так вот наквачиваем, короче, от души. Это просто, дабы оно не сползло, стало ровно. Но у нас меньше, не фиксируется, поэтому кидаем второе. Пацаны, восход любит точность, поэтому обтягивать голову будем динамометрическим ключом. Пацаны, голову обтянули. Сейчас поставим свечу, проверим, есть ли на ней искра. Кстати, она вон вся мокрая. Пытались ехать, короче, он не запускался, запускался только с толкача. Закидывала, половину выкидывала с подголовки. Компрессии не было, поэтому вот такие вот пироги. Свеча, кстати, холодная у нас. А23, российская типа. Не знаю, сейчас проверим. Бронепровод, кстати, не пойму, вот он силиконовый. На эти катушки силиконовые бронепровода вообще, ну, ставить противопоказано. Не знаю, кто его поставил. Тут у нас, кстати, в фаре ключ. Вот сбоку на веревочке лайфхак, дабы он не потерялся. Сейчас будем вспоминать, в каком положении у нас есть искра. О, попал. Так. Так вот нету. Ну, искра, в принципе, нормальная. Сейчас скручиваем свечу, кидаем бак и будем менять карб.
общем, собрали мы все это дело в кучу, поставили два кольца под головку, вот, поставили карб пока без резинки на фильтр. Сейчас попробуем хотя бы его запустить, будет работать, не будет. Ну, будем надеяться, то, что будет. Кстати, поменяли прокладки, одну пришлось убрать, она была сильно широкая, поставили старую, но это ничего страшного, в принципе, там все норм. Компрессия уже появилась намного поярче, чем было раньше. Вот, и сейчас мы в бак зальем бензика. Вот, кстати, здесь стоит еще родная сеточка, крышка с зайцем. Вот, вынимаем сеточку, вставляем в бак лейку. Кстати, там бенз у нас еще какой-то был, но он стоит, грубо говоря, с лета, ничего с ним не случится. Добавим свежачка, закачаем в карбы, будем молиться. Надеемся, то, что техника эта оживет. Очень давно мы уже хотели на ней полетать, все никак не было времени. Поэтому все падает, короче, жесть. Вот леечка. Закрываем. Все попадало, да. Спешим. Сейчас будем закачивать. Кстати, кран стоит яловский. Ого, плотненький, аж не верится. Открываем вверх. Или вниз. Да, вниз вот бенз пошел. Вверх он слабо идет. Закачиваем поплавковую камеру, пока не побежит через верх. Все, бенз пошел. Сначала ставим ключ. Просто закачаем цилиндр. Ближе подойди. Сейчас закачаем. Попробуем. Включаем зажигание, будем пробовать. Надеемся на лучшее. Ничего себе! Первого тыка, братан, прикинь! Да я в шоке, пацаны, реально, вот это карбюратор так влияет. Кстати, вот он холодный, я вам показываю. Вот я берусь, он реально холодный. И он уже пытается обзываться. Сейчас все-таки обратно выключу зажигание, пару раз дерну. И пытаться запускать. Ничего себе! Удалось нам запустить сегодня восхода, мы очень сильно рады, будем теперь кататься на двух восходах. Вот, все работает четко. Кстати, по карбу, сейчас кинем резинку на фильтр. Также у нас здесь на карбе есть подобогатитель, это типа прогревать, когда холодно. Ну, в принципе, мы его заглушили, оно нам не надо, лишние тросики, лишние геморрои. Просто самое главное, когда он холодный, не газовать, дабы не переливать. И он прогревается, и уже потом обороты целиком берет хорошо, все четко. В принципе, сигнал работает по поворотникам, по свету еще пока не разобрался. Будем пробовать. В общем, сейчас запустим, прогреем, как он будет работать. Вот. Ну, в следующей серии, скорее всего, мы на нем выйдем, покатаемся, поделимся впечатлениями с вами. Надеемся, будет нормальная погодка. Все это дело красиво для вас сделаем, сделаем видео. И всем спасибо за внимание, спасибо вам за лайки, спасибо за просмотры, пишите комменты, мы постоянно читаем комменты, отвечаем на все ваши вопросы. И, пацаны, спасибо за поддержку.